Всем здравствуйте! Меня зовут Люба, и мы с вами в парке искусств Музеон. История нашего парка начинается с работы Евгения Вучетича, посвящена она Феликсу Дзержинскому. «Карающий меч революции» – именно так Лев Троцкий называл Дзержинского. И не случайно на самом постаменте и в самом образе Дзержинского мы видим меч рыцаря революции. Но отношение к этому образу неоднократно менялось. В 1991 году с Лубянской площади, где находился наш памятник, эта работа переместилась сюда, в парк искусств Музеон. Сейчас, гуляя по аллеям парка искусств Музеон, вы можете увидеть Феликса Дзержинского и тем самым зайти на аллею вождей, познакомиться с образами, посвященными советским лидерам Иосифу Сталину, Владимиру Ильичу Ленину и многим другим.